Здорово, народ, с вами Варчик. Поговорим еще про оставшиеся изменения в патче 1.6, про которые я еще вам не рассказал. Это очень сильный ап СТБ-1, про него поговорим отдельно. Также еще ап всех колесников, пару улучшений интерфейса и доработка танкового прем-аккаунта. Начнем с танкового прем-аккаунта. Теперь опыт X3 управляемый, который можно 5 раз на прем-аккаунте тыкать, он также будет действовать и на экипаж. До этого он не действовал. После боя, если вы не клацали галочку «Ускоренное обучение экипажа» и не меняли экипаж, и последний бой был победным, вы сможете нажать X3, и экипаж также получит опыт. Если вы после боя начнете что-то менять, танк продавать, экипаж менять, или класснете «Ускоренное обучение экипажа», тем самым выключите его, либо включите, оно будет не такое, как до боя. Нужно, чтобы совпадало до боя и после. Если все совпадает, то экипаж получит этот опыт. В принципе, замечательно. Следующее по поводу улучшения интерфейса. Теперь на колесниках можно убрать это оранжевое здоровенное колесо. На самих колесниках слева внизу добавили малюсенький значок режима колесников, в каком он там едет, в поворачиваемом либо в быстром. Это очень приятно и удобно, потому что это здоровенное колесо, нахер не надо. Также внешний вид автоприцела можно сделать такой же, как и у колесников, для всех танков. Это все будет в настройках. Всем колесникам доработали настройку режимов двигателя. Теперь, когда вы переключаете режимы, ваш танк не замедляется. Очень многие могли заметить, что когда колесник едет, он часто мог на ровном месте просто притормозить, а потом опять лететь с большой скоростью. В этот момент он просто нажимал кнопку X и переключал режим из одного в другой. Это было очень неприятно, если в этот момент вы пытались по нему стрелять. Поскольку танк, который летит на большой скорости, потом притормозил и опять летит, это очень неприятная цель. Теперь он будет ехать равномерно и стрелять по нему будет приятнее. Точно так же, как и колеснику будет более приятнее на нем ехать. Это хорошее изменение, и оно мне по душе, поскольку стрелять по колесникам, которые едут с непонятной скоростью в любой момент, было неприятно. Также они еще улучшили якобы опускание и поднимание колесиков, типа более реалистично. Посмотрел я, как они поднимаются и опускаются, вообще пихуй. Лучше бы они себе в голову колес подкинули и карты новые начали делать. Еще одно очень важное изменение для колесников – оптимизирована настройка физики движения. При столкновении колесной техники с препятствиями в некоторых случаях станет проще возвращать контроль над техникой. Это очень приятное изменение было бы для меня, если бы я еще не прокачал колесную ветку. Поскольку когда я качал, меня очень сильно тошнило, когда я врезался или дотрагивался, или чуть-чуть заезжал на камни, мой танк куда-то разворачивался, управлять было невозможно, ничего понять было нельзя. Теперь действительно они улучшили комфорт игры на колесниках. То есть врезаться стало приятней, а врезаться вы будете, как бы вы хорошо не контролировали ситуацию. И возвращать контроль стало действительно над танком проще. Также еще можно поднастроить внешний вид спидометра, который может вам мешать или наоборот он вам нравится. Да и в целом, поработали над колесниками, видно, что на них стало приятнее ездить. Ну еще добавили маленькую фишечку, теперь шведские ПТшки и колесники в начале боя, пока идет отсчет, могут переключать свой режим. Тем самым стартовать бой с того режима, который вам нужен. Тоже небольшое приятное изменение. Но в целом, что я могу сказать, колесникам стало приятнее, на них стало приятнее кататься. Так или иначе, это ап. Таким образом, больше людей может остаться играть на колесниках, или больше людей вернуться опять на них поиграть, поскольку, может быть, их точно так же, как меня, раздражало управление конченное. Особенно, когда куда-нибудь врежешься или дотронешься до чего-нибудь, управлять было нереально. Сейчас стало намного приятнее и легче. Тем самым колесников может не уменьшиться еще очень долго в рандоме, а может быть даже и увеличиться. И просматривается какая-то дебильная тенденция у картошки улучшать комфорт игры для тех классов техники, которые всех бесят и портят игру. Это наши любимые квадратики и артоводики и наши любимые теперь уже и колесики. Два замечательных класса техники сделали очень приятными. Что делать остальным,
которых должно быть больше, таких как ТТ и СТ, им вообще нихера не приятно. Пишите ваше мнение в комментариях. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.